8 марта для Международного инновационного университета – особый праздник. Это еще один повод подарить прекрасной половине вуза теплые слова и слова благодарности женщинам-преподавателям университета. Уже по традиции в честь предстоящего 8 марта в Инновационном университете прошел праздничный концерт. В актовый зал вуза пригласили преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов МИУ. Первым поздравил женщин президент Международного инновационного университета, заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации академик Михаил Берулава. Я от имени Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации я от себя лично хочу поздравить вас Международным днем с 8 марта. Хотел пожелать вам неиссякаемой энергии, оптимизма, прекрасного настроения. Вы лучшие! С праздником! Студенты Международного инновационного университета по традиции подготовили яркую праздничную программу. Исполнены современные и народные танцы. Со сцены звучали песни о женщинах, любви и весне. Команда КВН вуза по-доброму шутила о взаимоотношениях мужчин и женщин. В общем, студенты с большим теплом подошли к подготовке праздничного мероприятия. В подготовке праздничной программы участвовали не только студенты, но и совсем маленькие артисты. Дети сотрудников вуза посвятили стихи мамам, за что были удостоены громких аплодисментов. А в завершении концерта уже весь зал артистам, преподавателям и студенткам в честь Международного женского дня аплодировал стоя. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.